Соревнования среди ансамблей или формейшн – это всегда уникальное зрелище, синхронность и одинаковые костюмы. Первенство России по танцевальному спорту в этом году проходило 23 марта во дворце гимнастики Ирины Виннер-Усмановой в Лужниках. Клуб «Звездный вальс» из Ленинского городского округа стал единственным представителем Москвы и Московской области. В этом году мы уже представляли 3 ансамбля, и в категории «Дети» у нас ребята стали вторыми. Мы, конечно, очень переживали, хотели выиграть, но у нас были очень достойные соперники. Но в юниорах у нас получилось стать первыми. Это было официальное первенство России. Ребята заработали достаточно высокие спортивные разряды. Для них, конечно, для нас всех это большая, ну, не скажем, что неожиданность, потому что мы, конечно, очень много работали, но для нас, конечно, это большое, очень большое счастье. 10-летний Иван Кондратьев вернулся с чемпионата с первым юношеским разрядом. Воспитанник «Звездного вальса» уверен, что вся его жизнь будет связана с танцами. У меня столько было эмоций, радость всякое такое. У меня прям... В программе «Формейшн» танцоры клуба выступают уже 3 года. Для нас, наверное, самое главное, конечно, это система. Это очень важно, чтобы была система, постоянные, стабильные тренировки. Конечно, они все очень устают, то есть у них нет прогулок, гулянок, да, после школы они сразу идут. Для меня, конечно, очень вот радостно для за наших старших танцоров, которые успевают, там, они сейчас дают ЕГЭ, поступают в институт, параллельно они учатся. Полина Иванова занимается уже 7 лет. Серебряный призер поделилась с нашей съемочной группой секретами того, как правильно танцевать в паре. Надо иметь общий контакт, чтобы понимать, чтобы было удобно в паре танцевать. Это самое главное. Взрослые танцоры заняли на этом чемпионате 4-е место. Но они не унывают. Для тренировок есть еще целый год, чтобы улучшить свой результат. Все думают, что невозможно это совмещать, а спорт и учеба, они очень взаимосвязаны, потому что у тебя всегда есть время. Ты знаешь свое четкое расписание, когда у тебя тренировка, когда у тебя учеба, когда у тебя репетитор. И нет возможности даже куда-то вот просто... Лишнего времени нет, но это очень помогает везде достигать абсолютно больших побед. Как дружно отмечают абсолютно все воспитанники «Звездного вальса», побеждать им помогает семейная обстановка, которая царит в их танцевальном клубе. Коллектив такой хороший, тут всегда есть энергия, тебя всегда примут, обнимут, тут уют. Это не как там в других, это особенный клуб ЦСКА «Звездный вальс», он любимый. Это самая настоящая семья. Большая, где все друг друга поддерживают, помогают. Вот, вместе развиваемся и идем к своим целям. Следующие соревнования, в которых примут участие видновские танцоры, это Кубок «Звездного вальса». Он пройдет в мае во Дворце спорта уже в 10-й раз. А летом ребят ждут тренировочные сборы. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.